с пути, все нуждались в рождении свыше. Бог желал нас спасти, плач и стон наших душ Он услышал. Но нас грех отделил навсегда от святого Бога. Мы, как овцы, брели беспросветной дорогой. Эммануил явился в мир, благодать и любовь к нам сошла. Чтобы мы исцелились от зла. Он пролил свою кровь, чтобы мы получили прощение. Мы познали любовь, в его ранах для нас исцеление. И когда снова грех хочет нас отделить от Бога, взираем на крест, возвещая свободу. Чтобы мы исцелились от зла.